Самый раз, привыкая к этой красоте и к этим обстоятельствам, ловишь себя на мысли о том, что не забывай, ты же попал в мечту. Наверное, хорошо все это воспринимать, вот это все, на контрасте, когда где-то по ту сторону земного шара находятся люди, которые ходят в пуховиках на работу, ездят в метро, где холодно. Люди нервные, злые, и ходят на Болотную площадь, на Сахарова и так далее. И пишут злые посты в интернете. А где-то вот так. Но ведь все это вопрос приоритетов. Я думаю, каждый, если поставит перед собой цель делать так, наверное, и будет делать так. Тем более, что в этом сложного ничего нет. Главное не бояться.